Иногда ответы на самые простые вопросы намного сложнее, чем можно вообразить, и порой бывают просто невероятными. Например, почему небо голубое? Что такое время? Как растут мышцы? И почему все насекомые маленькие? На канале Кварти знают ответ. Подписывайтесь на их канал, чтобы узнать самые главные тайны Вселенной. Ссылка в описании. Согласитесь, удивить среднестатистического жителя России ананасом или бананом сейчас довольно трудно. Однако далеко не каждый из нас попробовал причудливые, а порой и настораживающие по своей форме плоды из сегодняшнего видео. Итак, это экзотические, очень странные на вид, но вкусные фрукты, о которых вы, возможно, даже и не слышали. Поехали! Питайя. Питайя, или кактусовый фрукт, который можно найти по всей Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, изначально считался жителем Мексики. Существует два типа питайи – кислый, как правило, употребляемый в пищу в Америке, и сладкий, произрастающий по всей Азии. Фрукты бывают красные, желтые и пурпурные. Они обладают очень приятным ароматом, а сладкий вид по вкусу очень похож на киви. Рамбутан. Родина рамбутана – Малайский архипелаг, а название происходит от малайского слова, означающего «волосатый», и вряд ли нужно объяснять почему. А под волосатой странной наружностью у этого плода находится нежная, сочная и необычайно вкусная мякоть. Те, кто пробовал, описывают его вкус как кисло-сладкий, напоминающий виноград. Чудо-ягода. Растет чудо-ягода в Западной Африке. Такое название она заслужила благодаря своей способности менять вкус кислых продуктов, вроде лимона и лайма. В ягоде содержится вещество под названием меркулин, которое на время отключает вкусовые рецепторы, отвечающие за восприятие кислого и горького вкусов. Поэтому все, что бы вы после нее не съели, покажется сладким, как конфетка. Мангостин. Ароматная мякоть мангостина имеет сладкий, терпкий, цитрусовый и персиковый вкус. Его родина – тропики Юго-Восточной Азии. В свое время этот вкус так поразил королеву Викторию, что она объявила награду в 100 фунтов любому, кто доставит ей свежий плод. Мякоть мангостина защищает довольно жесткая кожура, которую сначала нужно расколоть ножом. Карамбола. Это плодовое дерево родом с Филиппин, но произрастающее на всей территории Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Южной Америки. Оболочка фрукта содержит 5 хребтов, которые при продольном разрезе становятся похожим на звезду, из-за чего, собственно, плод и получил такое название. Фрукт богат витамином С и антиоксидантами. При созревании плод становится ярко-желтым, а на вкус он очень сочный и хрустящий. Купуасу. Этот фрукт растет в лесах Амазонки. Мякоть этого ароматного фрукта с шоколадно-ананасным привкусом часто используется для приготовления десертов и всяких кондитерских изделий. В купуасу содержится огромное количество разнообразных питательных веществ, благодаря чему его часто называют суперфруктом. Кроме того, маслянистую мякоть этого фрукта часто используют в качестве увлажняющего косметического средства. Лула. Наранхилла или лула с внешней стороны выглядит как апельсин, а внутри похож на зеленый помидор, обладая при этом цитрусовым вкусом. Фрукт очень популярен в Колумбии и Эквадоре, и его часто называют «золотой плод Анд» и «нектар богов». Черная сапота. Каждый, кто пробовал этот фрукт, скажет, что на вкус он очень похож на шоколадный пудинг, только в нем гораздо меньше жира, чем в настоящем шоколадном пудинге, и в 4 раза больше витамина С, чем в среднем апельсине. Тропический фрукт является разновидностью хурмы, растущей в Мексике, Гватемале и Колумбии. Рогатая дыня. Рогатая дыня, также известная как африканский огурец, родом из Африки, но в настоящее время ее выращивают также в Австралии, Новой Зеландии и Чили. При созревании оболочка дыни покрывается плотными остроконечными желтыми шипами, а мякоть, подобно желе, обретает ярко-зеленый цвет. Часто вкус фрукта сравнивают с бананом. Плод является хорошим источником витамина С и клетчатки. Черемойя. Черемойя, или кремовое яблоко, является лиственным растением, произрастающим в высоких горных районах Южной Америки. Плод дерева имеет округлую форму с тремя типами поверхности – бугорчатое, гладкое или смешанное. Мякоть плода кремовой консистенции очень ароматная, белая и сочная. Говорят, что вкус плода похож на сочетание банана, маракуйи, папайи и ананаса. Марк Твен в 1866 году сказал: «Черемойя – самый вкусный из всех известных фруктов». Дорогие друзья, на этом сегодня все. Хотели бы вам напомнить о канале Кварти, автор которого будет очень рад новым зрителям. Ссылка на экране и в описании. И не забывайте подписываться на наш канал. Моя мастерская, твое настроение.